Автодорога Акдаурак-Абаза, являющаяся одним из двух выходов Тувык транспортной сети России, станет приоритетом для дорожного комплекса республики в 2018 году. Об этом заявил глава Тувы Шалбан Караул на состоявшемся 16 ноября заседании регионального совета гражданских инициатив, который был посвящен вопросам безопасности дорожного движения. Эта дорога за все постсоветские годы практически не ремонтировалась. Ее текущее состояние представляет серьезную угрозу для автомобилистов. Тем не менее, западные районы республики, их население и особенно бизнес, вынуждены пользоваться ею с риском для себя. Учитывая значение абазинской трассы для социально-экономического развития западной части Тувы, планируется пересмотреть планы дорожных работ и перераспределить средства дорожного фонда в пользу этого направления. Тем более, что проектные работы уже начались, заявил глава Тувы. Отмечается, что осуществлять эти задачи придется в ограниченных финансовых условиях. Дорожный фонд республики, составляющий чуть более 800 миллионов рублей, кроме нового строительства, должен обеспечивать еще и текущие содержание дорог регионального и муниципального значения, а это в общей сложности свыше 9000 километров. На эти цели ежегодно уходит более трети всех средств фонда, хотя по федеральным нормативам должно направляться в десятки раз больше, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Но если следовать нормам, тогда пришлось бы отказаться от новых дорог, поэтому республика вынуждена балансировать между эксплуатационными расходами и инвестициями в дорожное строительство, на которое остается порядка полумиллиарда рублей.